для ЦСКА приемлемый. Да, есть молодой Рыжов, игрок совершенно иного плана, чем Вагнер. Высокорослый нападающий, очень габаритный, здорово играющий на втором этаже. Смотрим за очередную атаку армейцев. Удар по воротам. И еще один удар. Гол! 1-0. Защитника ЦСКА. Классный удар получился. Но вот беда. Воротам Рубина пришла, может быть, от того, от кого наименее ее ожидали бы. И Жирков здесь, и Дзагоев. Смотрите, да, передача на Жиркова. Пробить Жиркову не позволили. Шаронов здесь сыграл здорово. Дзагоев затем бил, на его пути стал защитник Рубина. Ну а у Шембераса удар получился просто потрясающим. По фантастической траектории. Смотрите, все вот великолепно.